Всем привет! Вы смотрите Софи Шоу. Ну и я качаюсь на качелях на прогулке. Как вы знаете, я гуляю сейчас на площадке у дома моего одноклассника. Дмитрий его зовут. Ну и вот я качаюсь на качелях, на которых я, кстати, очень круто раскачалась. Я знаю, на других качелях можно круче раскачаться. Так, чтобы ступни пошли эти на него. Хотя на тех было... они на петлях висят. Все-таки пошлите на эту качельку. Потому что на ней круто качаться. И можно раскачаться реально очень здоровско. Потому что она висит просто на соплях. А я... гуляю. Правда, скучно. В районе нету ни моих друзей. Ни с кем подружиться. Потому что моего возраста нету. Как маленькая девочка. Да еще тем более вас некто положить. Нет, я даже... если буду с крыш, блин, прыгать, я буду вас с собой брать. Вдруг останете свидетелями моего подвига. Шучу, я с крыши прыгать не стану. Что, я сумасшедшая по-вашему? Это больно. Я не тупая. Я буду прыгать с качели максимум. Ладно. Скажем, что я этот звук не слышу. Ну или это просто скрипкать. А, это просто в соседних домах. Настя, блин, меня своими скримерами про сиреноголовых попугала. Да и Катя туда же. Теперь спасибо. Боюсь каждого шороха. На улице-то. Девочка на меня засмотрелась. Что это за звук? Звук боёба, что ли? Тут... ребята. Балбесы какие-то, что ли. Этот звук издают. Балбесы, ну точно балбес. Мальчик на качели пошел. Девочка вбегает в песочнице. Одна я тут сижу на странных скрипучих качелях и снимаю ролики для тех, кто меня вообще не смотрит. Можно сказать, для воздуха снимаю. Ну, может, больше меня станут популярны. Мое самое популярное видео утро понедельника, часть первая. Реально, что никому не интересно. Челленджи всем интересно. Надеюсь, это видео наберет много лайков и просмотров. Потому что это же челлендж, день наоборот. Я бы, если бы я снимала просто обычный день, я бы сейчас гуляла. Скрипят дети. Вы это знаете, во сколько я бы гуляла? Где-то в час дня. А я, блин, гуляю в 3 часа дня. Когда в 3 часа дня... я бы уже полный кушала. Молочко пила, да сникерсом бы заедала. Ого, смотрите, голубь. Круто прилетел. Без шапки гулять, конечно, круто. Но реально жалко, что у меня друзей нет. Потому что я хочу покачаться вот на тех вот качеликах. У меня нет ни друзей, ни знакомых тут. Гуляю с незнакомыми, и все. Если бы вы могли материализоваться из телефона, то площадка бы заполонилась бы детьми. Ну так-то, детские площадки уже никому не интересны, ребята. Я вам хочу сказать. Сейчас им интересны, конечно, эти роблоксы, ваши майнкрафты. Всякие геймплеи вам интересны. Ну, мне
прежде 40 канал и третий канал про YouTube. Это, кстати, очень круто, что у меня есть второй и третий канал. И первый самый классный, на котором я очень, ну очень, очень, очень часто выпускаю видео. Каждый день. Неистовое в любое время, ребята. Как же, конечно, хочется друзей сюда. Особенно качать, качаться. Но нет. Максимально наслаждаюсь телефоном, видео и качельками. Я максимально уже раскачалась, как я могу, своей-то силюшкой. Жалко, хотелось бы с кем-нибудь подружиться. Но я слишком стеснительная. Да и тем более, никто не станет дружить с каким-то параноиком. Не, я серьезно, какой-то параноик. Боюсь каждого шороха. Будешь она дома оставаться, Карл. Мне 9! Точнее, 9,5 уже. А я дома одна боюсь сидеть. Конечно же, хочется друзей завести новых. Ну нет же. Хочется наслаждаться, как другие дети друг с другом дружат. Со стесняшкой параноиком никто не хочет дружить. Серьезно, я параноик. Боюсь каждого шороха. Боюсь монстров, которых я так и знаю, что их не существует. Но я все равно их почему-то боюсь. Я боюсь монстров, которых не существует. Я сама это знаю. Вы сиреноголового. Это объект SCP. Которого тоже не бывает. Мы же дома оставаться, потому что я боюсь, что это придет маньяк. Хотя мы живем до 9 этаже. Ребята, спасите кто-нибудь от паранойи. Меня испугало, когда я первый раз посмотрела серию про зомби в Gravity Falls. Ну, типа, братик, мой друг вот этот вот. О, Мейбл. Парень ее, он типа зомби, но он оказался толпой гномов, которые хотят себе королеву.